И всем привет, дорогие друзья, с вами Сотрек, и это второй выпуск туториалов. Как вы могли уже заметить, я все эти выпуски записывал заранее, так что сейчас тут, наверное, уже вышло хреново тучи видео. И надеюсь, подписчиков сейчас побольше, чем 965, а может и поменьше, кто его знает. В этом выпуске я научился рисовать глаза. Поехали! Давайте попробуем рисовать наши рассылки какими-нибудь глазками. Например, давайте попробуем такие вот рисовать. Нет, будем рисовать радостные глазки. Итак, начнем рисовать наши глазки. Во-первых, надо линия. Ну, выбираем, я выберу 20, мне нравятся такие глазки жирненькие. Линии закругляем, ну, можно не закруглять, кому как нравится. Рисуем линию и делаем вот такую вот припуклость, выпуклость, как хотите называйте. О, блин, давно я не рисовал глаза, конечно. Последний раз, как полгода назад. Рисуем это еще одну линию. Делаем как-то вот так вот. Немножко, мне кажется, неровно выходит. Но у вас выйдет поровнее, потому что я вижу эти глаза. Сами, конечно, лучше выбирать. Ну, все же, пока мы как бы переворачиваем. Да, я буду косоглазый, мне кажется. Ну ладно, предположим, что он в говно. Он пьяный, это Россия, он бухой. С такими глазами адекватный человек не будет. Ну, как-то так рисовать получается глаза. Естественно, не так вот по-жопски. Я буду все-таки делать побольше, мне кажется, да. Так, какие-то сильные маленькие мысли. Да, и сильные маленькие какие-то. Ну, я в любом случае буду этот пак скину вам в описании, можете пользоваться. Или сами нарисуйте, как хотите. Лучше, конечно, рисовать самому, но все же. Ну вот мы закончили наше видео. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Также жмите на колокольчик, который находится где-то тут. Всем спасибо, всем пока.